Всем привет моим читателям, подписчикам. Очередная посылка с AliExpress. Должны быть какие-то карстикеры. Что у нас? А, это да, это стикеры для Chevrolet. Вот такие вот они. Так, не помню, сколько штук тут было. Ну, 10 штук. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, 10 штук. Вот, простите, они такие, ну, на дворнике, когда я повешу. Это, может, кому-нибудь где-нибудь лейблики понавешиваю, чтобы было красиво. Снаружи можно повесить. То есть, они из эпоксидной смолы, тверденькие, не просто наклейки бумажные, а именно вот из эпоксидной, такой мягкой, гибкой, достаточно качественно сделаны. Вот такой вот, такая вот вещица. Достаточно качественно сделаны и хорошо смотрится. Прорисовка хорошая, четкая. Углы все ровненько. Все, как на машине будет, тоже фотографию сделаю. Но это, скорее всего, уже смотрите. В другом плейлисте. Мой Chevrolet Aveo. Вот там, скорее всего, буду я показывать. Но если сделаю фотки до этого, ну, до того, как выпущу видео, значит, значит, сделаю здесь. Вот так вот и делаем. Все, всем пока.